Патриотизм – это не пренебрегать общемировыми достижениями, опытом, оценками. Патриотизм – это ответственно относиться к тому, что нам досталось от Бога. Вот к этой замечательной, благодатной, бескрайней земле, к нашей миссии, которую приняли на себя наши предки, к нашей истории со сложными, труднообъяснимыми поворотами и переломами. Поэтому патриотизм в том, чтобы, основываясь на здравом смысле, гордиться, а не задыхаться от самоназначенного превосходства, гордиться своей историей, даже сложной. Вот и все. Поэтому и самое главное – здесь жить, здесь работать, здесь служить и здесь платить налоги, учитывая, что мы сейчас находимся в эпоху чистогана и наживы. Это тоже очень важно.